ЧП в Чирышском районе. Подростку оторвало руку при прыжке с тарзанки. Следственный комитет края проводит проверку. По данным ведомства, происшествие случилось в пятницу в селе Моралиха. Трое подростков прыгали в реку с так называемой веревки-тарзанки, привязанной к дереву. В какой-то момент рука 13-летнего мальчика попала в петлю, находящуюся на конце веревки, вследствие чего произошла и им механическая ампутация. Вертолетом санавиации подростка доставили в медицинское учреждение краевого центра. Пострадавший находится под наблюдением врачей краевой больницы скорой медицинской помощи. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Отметим, в будущем мальчику, скорее всего, понадобится протез, поскольку восстановить руку медики не могли, оторванную конечность до сих пор не нашли.